Привет, привет! Я уже почти выздоровела. Вчера варила капкейки. Смотрите, какие красивые вышли. Шапочки красивые. Посыпка кондитерская. Они будут в капсулах. Вот эти капкейки будут в капсулах. Вот эти я делала в форме силиконовой. Сейчас я покажу, как вытаскивать. Со всех сторон запустили воздух и вытащили. Вот, посмотрите, какая красивая вышла. Гладкая. Варила из топленого масла. Какая красивая. Тоже запускаем воздух. И потом просто вытаскиваем. Тоже необычная, такая красивая вышла. Запускаем воздух. Необычные. Масса, которая планировалась для верхушки, она, я ее немножко упустила, она у меня сильно загустела. И поэтому, когда отсаживала, немножко у меня от кондитерского мешка масса не убиралась. И получились такие вот необычные завитки. Но все равно, как бы, да, и необычные завитки красивые вышли. Вот такие вот вышли сливочные капкейки. Созревание 4 недели. Так же, как и обычное мыло. К 8 марта все уже будет готово. Пока-пока.